У меня день рождения 25 августа. Да. А в этом году какой день недели это будет? Пятница. Пятница? А в прошлом году какой был? Четверг. А 8 марта в 90-м? Четверг. Четверг, точно. А 9 мая? Среда. Ни одного промаха за 20 вопросов. Александр Шешуков даже не задумывается и с точностью компьютера может назвать день недели любой даты любого года. Ответы проверяем по календарям. Весенние, осенние и зимние праздники в разброс. Ошибок ноль, все в точку. Испытание проходит блестяще. Как ты это просчитываешь, помнишь, видишь? Вижу. Они у тебя в ряды идут таблицами или как это все? В ряды. Дар, феноменальная память или это другое? Что творится в голове у Саши, не может объяснить никто в деревне, даже он сам. Однако слава о сверхспособностях Саши разлетелась по всему селу. Человек-календарь, так называют жителя улицы Садовой в Багандинском. Прохожие останавливаются, а его таланту многие даже завидуют. Все жители удивляются и постоянно его переспрашивают. Несколько раз уже проверяют, и все всегда без ошибок, всегда точно. Лет 9, наверное, было ему. В 10-то он уже всем нам отвечал на эти вопросы. В родне не было ни экстрасенсов, ни телепатов. Откуда эти способности, не догадывается и мама. Вспоминает, Саша появился на свет в мае 90-го года. В срок, но роды были тяжелыми. Воды отходили 2 суток. И когда акушерка приняла мальчика, он не дышал. В результате сильной гипоксии целый букет диагнозов. Среди них ДЦП. Говорили, будет сложно. Но о том, что откроются способности, маму не предупреждали. Все родственники сами в шоке. Не знаю, ни у кого вроде не было такого. Ни секунды не думая, говорит и на 10 лет вперед, и 10 лет назад. Мне даже самой интересно, откуда это как. Я уже спрашивала, Саша, может, кто-то говорит или что-то? Нет. Мы решили узнать мнение доктора и вызвали местного фельдшера. Дыхание чистое, хрипов нет. Традиционная медицина разводит руками. По всем показаниям и по крови, и вообще обследование, все у нас в порядке, все в норме. Мне кажется, фотографическая какая-то память. Может быть, что-то, может, что-то и другое, а как объяснить это, мы не знаем. Это вот один, наверное, только Бог знает. Думаю, за вот его, вот эту вот, ну, болезнь вот эту, что ли, может быть, какая-то награда дана. Вот что вот этим хотя бы пользоваться. Нужным быть людям, востребованным. Кстати, у Саши есть и другие способности. Он не носит часов, но всегда знает, сколько времени. Летом его не кусают комары. Но больше всего поражает знакомых то, как он угадывает православные праздники – Пасху, Троицу и родительский день. Ведь они имеют тенденцию передвигаться в календаре. Анастасия Лизаревич, Алексей Красных, Тюменское время.